В моих работах часто можно увидеть природные мотивы или образы животных. Я считаю, что неважно, насколько профессионален художник или дизайнер, человеческий мозг не способен создать ничего прекраснее, чем то, что уже создано природой. Поэтому конкретно в этом проекте источником вдохновения для меня послужил окрас экзотических лягушек, которых многие люди считают отпугивающими или неприятными. Но я нахожу их окрас очень привлекательным и притягивающим вниманием. И поэтому я решил его использовать в своей работе. Но я заменил пятна на буквы из кириллического алфавита, стилизованные буквы из кириллического алфавита, как связь со мной, с моим происхождением, и на буквы из латинского алфавита, как связь с брендом мази.